Ну, сейчас я вам спою про наших ветеранов, которые отдали свои жизни. У нас, когда была война, у нас, кроме всех линейных войск, у нас еще были штрафники, которые они всегда шли впереди, ну, впереди всех. Штрафная рота. Расчищая линейным отрядом дорогу, ну и почти практически погибали. Мало кто из штрафников остался в живых. Церковь на горе стоит, ольховец так и шумит, в церковь.
спасибо служить. В горячих точках побывал и еле выжил. В Афганистане все два года воевал. А путь шальных молитва мамы сохранила. И в рукопашных схватках всюду сберегла. Вопрос о том, как песни рождаются. Носите с собой диктофон всегда. Нет работы ни девушка, блондинка. По контракту в Афган служить пошла. А кругом стреляют, рвутся мины. Да храни Господь ее всегда. Из гранатомета выстрел хлопнул. Загорелся сразу БТР на броне пылающей машины. В крови лежал русский офицер на броне пылающей машины. В крови лежал русский офицер. Медработник подползла к машине, на плащ палатку тела извлекла. И под грохот выстрелов снарядов офицера к нашим унесла. Нет патронов, кончились снаряды. Пошел в атаку десантный батальон. Нас не дрались русские ребята. Слышны были только крик да стон. Нас не дрались русские ребята. Слышны были только крик да стон. Окружают, дело плохо. В небе рев моторов, свист винтов. На подругу к нам идут вертушки. Слезы счастья, все теперь без слов. Саперные лопатки, штык-ножи крикают. В разгаре рукопашный бой. Медработник раненых спасает. На бригады штурмовой. Вертолеты на бреющем иду, все сметая на своем пути. Вовремя команда поступила десантников из окружения спасти.